Жители Костаная не могут улететь в долгожданный отпуск. Уже более суток они сидят в аэропорту. Несколько раз вылет откладывался, но сегодня в 5 утра 150 пассажиров все же пригласили в самолет. Однако через 20 минут после взлета воздушное судно экстренно село в том же Костанайском аэропорту. Как объяснили представители туристической компании, в самолете отказала система навигации, но у пассажиров своя версия произошедшего. Стали взлетать на самолете, и самолет стал то одним крылом вверх, то вторым крылом вверх. В общем, что-то не то. Все запаниковали. Потом мы, получается, вот с таким вот сильными неполадками обратно приземлились в Костанай. Вот. Потом пошел запах гари. Все почувствовали, все встали в проходе, все стояли. Началась паника. Никого все равно не стали выпускать. Одной женщине стало плохо. Она в обморок упала. Понимаете, это ужас просто какой-то. Подробности ЧП и комментарии сотрудников аэропорта смотрите в наших следующих выпусках новостей.